Дикун Форева – комедія, завдяки якій глядачі сміються до сліз. Лекція, в якій хочеться занотувати кожне слово. І сеанс психотерапії, корисний для кожної сім'ї. Вспомніть, що з піщерних времен. Чим займалися мужчини і жінки в піщерні времена? Чим? О, тут хтось навіть знає. Ну-ну, так чим? Добычі. А мужчини займалися добычі. Тому що мужчини були кем? Охотниками. А женщины – собиратели. Сейчас то же самое, только профессии современные. Вот смотрите, охотник, как бы это объяснить? Ну, охотник, он выслеживает добычу. Моноспектаклю «Дикун Форева» вже 20 років, а його популярність у всьому світі тільки зростає. Когда мы с Димой начали репетировать, многие вещи хотели убрать, потому что думали, что это не смешно. Ну, у нас не смешно. Что это вот как-то, ну, либо люди не поймут, либо, да, либо ну, просто у нас по-другому все это чуточку. Но мы поняли, что люди, как и в Китае, что касается отношений, как и в Китае, как в Японии, как в Израиле, как в Америке, как в Германии, как в Украине, смеются в одних и тех же местах. Мы даже когда просматривали видео английского именно спектакля, точно в тех же местах. В основе все равно лежит гендерная психология. И на первый план выходят мужчины и женщины, вне зависимости от культуры и быта, как бы народа. Поэтому здесь в чистом виде мужчина и женщина, вне нации. То есть можно поменять бейсбол на футбол или там попкорн на, не знаю, на бутерброд какой-то или семечки, которые у нас есть культура, щелкать семечки. Но природа конфликта остается одинаковой. Почему оно там упало? Да. Все то же самое. Автор спектаклю Роб Беккер був сімейним психологом. Може, тому в найбільшому захваті від постановки – сімейні пари або закохані, які збираються жити разом. Завдяки «Дикун Форева» чоловіки відкривають для себе жіночі таємниці, а жінки починають розуміти, що таке, наприклад, чоловіча дружба. У багатьох сценах спектаклю глядачі впізнають себе. Їм не залистаргатися, їм потрібно чупати, трогати, фантазірувати. Особливо фантазірувати. Іноді їй достатньо одного взгляду. Мы едем, и она мне говорит, ой, смотри, как ты думаешь, а это украсило бы нашу веранду? Мы уходим, уже уходим переодеты, и пары стоят в зале, целуются. Это приятно, значит, что-то между ними произошло. Был случай, когда одна пара поругалась, и они разбежались. Потому что происходит все время, видишь, это ты, видишь. Да. Вот так вот. Они расселись, но потом пересели обратно. Да. Потому что там все уравновешено. То есть некоторые думают, пещерный человек, есть такой стереотип, что это спектакль, мужской спектакль про то, о том, как, насколько несовершенна женская логика или там, насколько женщины глупы. Но это абсолютно не так. Да, это не мужской спектакль и не женский спектакль. Это спектакль уравновешен полностью. Он и мужской, и женский. Он как бы цельный такой. Вот был спектакль большой любви к своей жене. За час дії спектаклю актор Дмитро Суржиков утілює на сцені близько 30 образів. Глядачі на спектаклі не тільки досхочу сміються, але й роблять висновки, які здатні вплинути на життя. Подчеркну, що я поки ще не хочу сімейної житті, краще поки відпочити від цього. Дуже подобався, замечательний, веселий спектакль. Актер був просто превосходний. Показали настоящую жизнь между мужчиной и женщиной. Очень понравилось. Очень смешно. Очень все смеялись. Смешно. Просто без остановки. Я как пришла, ну вот, получается, не ожидала, что будет настолько интересно. Ну, насколько комедия ходила, это была, наверное, самая такая потрясающая, да? Комедия, сюжет очень интересный, я не ожидала. Поэтому всем советую. Актор Дмитро Суржиков зізнався, до харківських глядачів у нього особливе ставлення. Так как принимают в Харькове открыто, радушно и готовы на все, то тяжело, потому что публика все-таки отличается. Зритель отличается. В Харькове зритель очень открытый. Все наши задумочки работают тут. Да, если бы не было, например, харьковского зрителя, я впервые играл в спектакле в Харькове, дикарь, и вообще в какие-либо спектакли в своей жизни, я впервые играл в Харькове, до этого я ничего не играл. То я бы не знал, что в Киеве, после Харькова я понимаю, что теперь зритель избалован.
і скушонно. Гарні новини для тих, хто ще не встиг подивитися виставу. Уже у квітні моноспектакль «Дікарь Форева» і «Несколько слов в защиту піщерного чоловіка» можна буде знову побачити на харківській сцені.